Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшним воскресным утром моя задача приготовить обед своим девочкам, пока они еще не пришли с прогулки после церкви. А я после церкви быстренько метнулся в магазинчик, быстренько прибежал домой, сразу поставил сковородку, воду на макароны. Сегодня такие ножки аппетитные у нас в меню. Меню очень простое, как в обычной столовке. Это макароны. Покажу. Макароны такие обычные, рожковые. И по кусочку курицы, ножки. В общем, бедрышко, кому что попадет. Ну, в общем, все красиво, гармонично, вкусно. Осталось только успеть. На часы смотрю. Уже где-то еще через минут 10 уже придут, а у меня еще даже вода не закипела. Нужно посолить. Соль ускоряет процесс закипания. Так пусть у вас ускорятся все ваши дела. Отойдут все несгоды, и лишь добро будет с вами и мир вашему дому. До скорых встреч. Пока-пока в следующем ролике. Когда у меня все получится, будьте счастливы.